Сес контроль, сес контроль. Вот так мы работаем, работаем. Да, 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 да. Всем привет, мои хорошие, и с вами я, Светлана Атан. И вот очередная моя маска для волос, которая состоит из оливкового масла, желтка и меда. И вот после зумбы я ее нанесла, чтобы не растекалась. Я занимаюсь усиленно и советую вам это делать, не бросать. Сегодня включила в ютубе такой урок зумбы. Я так устала, нагрузка была на ноги и ягодицы. Не стала снимать, потому что, наверное, вам уже надоели мои вот эти видео. Ну так вот, я 45 минут занималась, вы знаете, как мне было плохо. От моей нагрузки у меня все до сих пор ноги трясутся. Это вообще что-то супер. Ну так вот, будем держать себя в форме и будем так же хорошо кушать, как мы и раньше. Так, ну после этого даже я выпила, значит, стакан грейпфрутового сока свежевыжатого и ничего не хочу есть. Вы представляете, выпила кофе потом, потому что я сейчас сделала хашкыму, я спекла хачапури. Сейчас я нанесла маску на пару часов, закинула стирку. В общем, домашние дела. И сейчас мы с вами вместе будем готовить. С вами не будем вместе. Это потом этот рецепт. Я поставлю свой плейлист «Готовим дома». А сейчас я вам просто покажу, что я буду делать. И расскажу сначала. Я сегодня хочу сделать пирог с клубникой, с творогом. Да, вот что-то мне так захотелось. Творог полкило нужно. Я вам сейчас покажу, что там понадобится. Да. В общем, вы увидите конечный результат, а рецепт увидите в моем плейлисте «Готовлю дома». Так будет честнее, чтобы я вас не отвлекала разной ерундой, а сюда буду выкладывать самые интересные моменты в нашей жизни. Так вот, сегодня у меня на ужин курица, которую я приготовлю на соли. Килограммы соли запеку в духовке. Это тоже я вам покажу потом, какой получится результат. И еще у меня... В общем... Приступаем к делу, будем готовить, потому что время идет, уже сколько времени, посмотрите, 3:30, и будем готовить с вами пирог. Записываю видео для вас, как я готовлю этот пирог, это начинка, вот мои красивые клубнички, сейчас покажу вам тесто, которое я спрятала на 2 часа в холодильник, смотрите, пожалуйста, вот. Так, 1,5 часа осталось, и сейчас я вместе с вами подготовлю на ужин курицу. Не знаю, сколько она будет печься. Вот такая вот небольшая курица. Я ее буду выпекать на соли. И что я сделала? Я вот этот хребет отрезала, чтобы ее можно было распластать. Так. Кстати, это видео, этот способ я смотрела один канал «Аленушка Лайф». Вот она готовила, ну не помню сейчас тонкости все. В общем, ничего не нужно, только нужно... Увидите, что нужно. Вам понадобится курица, помытая, уже высушенная, и килограмм соли. Что мы делаем? На противень насыпаем соль. Берем нашу курицу. Так ее укладываем. Солить, перчить ее не нужно. А вот этот хребет, позвоночник, что я отрезала, мы сварим бульончик. Разогреть духовый шкаф, духовку до 200 градусов и отправляем духовку разогретую на 1,5 часа. Отправляем духовку разогретую до 200 градусов на 1,5 часа. Только на соль. Не солим, не перчим. Пока моя курочка в духовке, поменяла постель, вышла на балкончик, посмотрите, люди все в масках, мало людей, птички только чирикают, посмотрите, какой красивый у нас парк, пустой парк, раньше в такое время все были в парке, вот есть, которые без масок. Спортом занимаются. Ну, вот их и видно, полиция еще не поймала.
Весна в Мерсин пришла. А мы все сидим дома. Ну ничего, будем сидеть дома, друзья. Нам дома тоже не скучно, не так ли? Мне вообще не скучно. А у меня столько времени даже не хватает, понимаете? А это, посмотрите, вот эти вот люди по свалкам собирают пластик, разные бутылки. Вот сейчас возле мусорок останавливаются они. Видите? Поближе вам. И по мусоркам лазит. Но смотрит, что мусорки уже опустошили, и поехал до другой мусорки. Страшная картина. Но люди как-то выживают. В наше трудное время. Вот бдительный спортсмен с масочкой. Приветствую таких людей. Береженого Бог бережет. Ну что, пошла я принимать душ с ним, смывать свою маску. У меня там супчик варится. В общем, пошла я заниматься делами, мои хорошие. Меня многие спрашивали, какой булгур я применяю для плова. Вот. Он крупного помола. Пилавик булгур. Так и написано. Ну вот, прошло полтора часа при температуре 200 градусов. Вот такая здоровая, из правильного питания курочка вышла. Посмотрите, какая у нее курочка. Я уверена, что она готова. И весь плохой жир остался на соли. Представляете, как классно. Я думаю, что будет супер. Сейчас буду готовить плов и пирог. Печь. И вот сегодня такой у нас ужин с Ашкемом. Посмотрите, курица полезная, плов. Это бурак отварной. Вы видите, как я кормлю моего Ашкема? В общем, не знаю, я еще сегодня не ела. Вот суп такой сделала. Приучать надо. Бульон рисовый. Больше он ничего не ест, не смотрите. Не ругайте меня. А здесь у меня печется мой пирог. Видите, красавчик. Чуть-чуть осталось еще. В общем, приятного аппетита. С вами была Светлана Ата. Пока-пока. Всех целую. Не забудьте пальчики кверху. Комментарии. Динь-динь-динь, звоночек. И вот долгожданный пирог с творожный. С клубникой. Сейчас разрежем его. Немного остынет, разрежем и посмотрим, какой он внутри. Ашкем пробует. Вы знаете, что он сделал? Вы знаете, что? Он говорит, я такое не ел никогда. Посмотрите на его реакцию. Приучаю его к нашей пище. Посмотрите. Он говорит, маленький кусок отрезал себе, говорит, потому что, говорит, если отравлюсь... Ne aşkım, beğenmedi? Pişmiş çilek ilk defa yedim. Говорит, жареную, говорит, клубнику, çilek... говорит, кушал. Как будто. Şekilir mikserde üzerine dökülür. Böyle pişirilmez ki. Видите, как возмущается. Sen hiç pişmiş çilek yedin mi? Жареную, говорит, клубнику, говорит, ты, говорит, кушала. Ha? Beğenmedin hiç? Не понравилось. Aşkım, beğenmedin? Ben hiç beğenemedim. Sen tadına bak hep. Peynirli börek olmuş bu ya. Ne? Peynirli börek. Peynirli hayır aşkım. Pasta mı bu? Evet pasta. Lord peynirli pasta. Lord peynirli pasta mı olur be? Видите реакция его? Hiç. Bir daha yapma diyorum böyle şeyler ya. Garip kendi başına onu görüyorsun. Вот так вот не надо рисковать готовить нашу еду. Мои хорошие, вот так вот. Мой муж ест печенье. А я кушаю вторую тарелку моего тортика. Ашкем не понимает, понимаете? Ну, турки, они не понимают, что можно приготовить. Что можно приготовить из творога. Я сказала, все, я завтра тебе сделаю эклеры и лишу. И он им согласился.
волосы после маски, знаете, какие хорошие стали. Сами высохли без фена, я их высушила. Вот сейчас мы так поужинали, и сейчас пьем чай. Ашким, татли бегендин мы? Аппетити какой смешной. Бюрек, он говорит, у нас в Турции только, говорит, лорд Пинир творог делают бюрек. А еще, говорит, я с клубникой не видел. Посмотрите на него, посмотрите, как он сладкий. Ну вот только когда мы ссоримся с Ашкимом. Что касается еды. И никто не ссоримся, видите, как смесь. Как он смотрит, посмотрите на него. Сладко было. Вот это, говорит, сладкое. Ладно, пока-пока, всем пока-пока.